Мурка и Васька – огородники. Здравствуй, Мурка! Здравствуй, Васька! Вы куда это идете? Лейку с граблями несете? Объясните поскорей. Мы идем сажать морковку. Мы идем сажать капусту, лук, картошку и петрушку для хозяйкиных детей. В огород пойдет хозяйка, соберет она морковку, соберет она капусту, лук, картошку и петрушку и наварит вкусных щей. Вопросы. Мурка и Васька идут сажать овощи. Куда они идут? В сад или в огород? Они идут в огород. Какие инструменты они несут? Они несут лейку и грабли. Какой еще инструмент им нужен для посадки? Им нужна лопата. Какие овощи они идут сажать? Они идут сажать морковку. Вот морковка. Они идут сажать капусту. Это капуста. Они идут сажать лук, картошку и петрушку. Вот лук, вот картошка, а вот петрушка. Какой русский суп хозяйка приготовит из этих овощей? Щи. Послушайте стихотворение еще раз. Мурка и Васька – огородники. Здравствуй, Мурка! Здравствуй, Васька! Вы куда это идете? Лейку с граблями несете? Объясните поскорей. Мы идем сажать морковку. Мы идем сажать капусту, лук, картошку и петрушку для хозяйкиных детей. В огород пойдет хозяйка, соберет она морковку, соберет она капусту, лук, картошку и петрушку и наварит вкусных щей.